ГТРК «Волгоград Эрвейрус Фонд» продолжает совместную благотворительную акцию. Сегодня в нашей помощи нуждается Алиса Ковалева. У 7-месячной малышки врожденная деформация черепа. Девочка уже перенесла операцию, и теперь ей необходимо носить специальный шлем. Принять участие в судьбе ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс-сообщение со словом «Дети» на номер 5542. С первых дней эта голубоглазая малышка купается в любви многочисленных родственников. Алису ждали всей семьей, первая дочка и внучка. Но девочку одну не оставляют не только поэтому. Любой ушиб головы для ребенка опасен. После родов уже в самом роддоме, когда мне Алису принесли, я заметила, что у нее голова какая-то непонятной формы. Вот. Но, дождавшись неонатолога, она мне сказала, что ничего страшного, такое бывает, и вы просто кладите ее на разные бачки, но меняйте бачки, и все само собой пройдет. Родители выполняли рекомендации, но улучшений не было. По совету знакомых обратились к специалистам 7-й клинической больницы скорой помощи. Там девочке и поставили диагноз «затылочная плагиоцефалия», а потом добавили «нужна операция». Вообще весь смысл заключался в том, чтобы дать место для развития мозга. Потому что у нее, получается, мозг растет не так, как надо. И мужичок у нее смещен, на своем месте. По квоте в Москве специалисты сделали малышке операцию. Сегодня о былой деформации черепа напоминает лишь тонкий шрам. Но чтобы завершить реабилитацию, девочке необходимо носить специальный шлем. В общем, это и есть именно этот шлем. Для корректировки головы мы сейчас ждем именно второй, потому что этот уже достаточно мал. Вот. Одевается он. И вот в таком вот виде мы ходим до 23 часов в день. Чтобы краниальные ортезы придали голове правильную форму, необходимо менять их по мере взросления ребенка. В течение полугода их нужно 3. Родителям их предстоит оплатить самостоятельно. Стоимость лечения 180 тысяч рублей, но в семье таких денег нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд.ру» соберут 114 тысяч рублей. Не хватает еще 66 тысяч. Чтобы помочь Алисе, отправьте смс-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного смс 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе Android теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы на сайте Русфонда. 7-месячная Алиса – девочка с бойким характером. Родители признаются, это не они дочку воспитывают, а она их. Если смотрит мультфильм, то на английском. Если играет с игрушкой, то с любимой бабочкой. А если проснулась пораньше, то разбудит весь дом. Родители же готовы на все, лишь бы видеть счастливую улыбку своей дочери. Евгений Кулькин, Ольга Вологина, Александр Шарашов. Вести, Волгоград.